Здравствуйте, меня зовут Тера Ливанчук, и я живу в деревне. Вот такая у нас красота, вы говорите, зима. Смотрите, какая красота, это неземная. Неземная красота. Вот. Так. Это тоже неземная красота у меня. Куда пошли? Кушать. Ой, ты, кузи мои. Хотят в сарай. Но ничего, чуть-чуть погуляют. Ух ты, представляете? Да. Ты, Мася, сиди уже. Сейчас я сюда веник принесу, она обратно залезет. Одна далеко не уйдет. Давай, подвигайся, подвигайся. Тебе двигаться надо побольше. Колобок, колобок, я тебя съем. Что такое колобок? Она сейчас споткнулась, подскользнулась и на лоб нас воткнулась вон туда. В снег. Хорошо, конечно, солнышко. Вот это моя, моя, моя. Нет, нет. Пришло сегодня мне что с деком. Сразу предупреждаю, что это не реклама, но я все равно вам все расскажу, как все получилось. Это с интернет-магазина пришло, ферма 55. Я там покупала доильный аппарат для козы. Еще мне некоторые говорили, да, она его ей бесплатно и бесплатно. Да, мне присылают на обзоры бесплатно иногда что-то, иногда я покупаю. Бывает по-всякому, как получится. Но там вот на этой ферме 55, я вам говорила, может быть, кто-то понял, кто-то не понял, есть такая партнерская программа. Если вы делитесь ссылкой, и по этой ссылке кто-то заказывает в этом интернет-магазине, вам идут какие-то проценты. И вот доильный аппарат я заказала где-то 1,5 года назад, может быть, уже 2, не помню точно. И у меня там личный кабинет на этой ферме 55. И я знала, что там кто-то заказывал доильный аппарат или что-то еще по этой ссылке, по моей. Как же она называется? Ну, реферальная ссылка, наверное, не знаю. И у меня там накопились деньги. Вы даже себе... Я когда зашла в кабинет в этот, я была в шоке, что у меня там накопилось 4650 рублей. Представляете? Если честно, можно, наверное, было... Наверное, можно было попросить деньгами, но что-то я даже и не стала. Говорю, давайте я выберу тогда товаром, что можно будет взять у вас на эти деньги. Ну, в общем, выбрала я вот что. Смотрите, на 4650 рублей получилось. Я спросила, можно ли еще партнерскую программу сделать по этому продукту, ну, или по доильному аппарату также. В общем, по доильный аппарат я тоже реферальную ссылку размещу, потому что действительно это выгодно. Вы тоже можете, вот кто доильный аппарат, например, взял там, купил, вы можете создать реферальную ссылку, вы делаете это сами там в кабинете. Если вы не поймете, как правильно делать, можно позвонить туда на ферму 55, и они все расскажут, как это все делается. Они очень хорошие ребята. В общем-то, делают. Я тоже сделаю реферальную ссылку на это тоже и на доильный аппарат. И сегодня эти все ссылки я размещу, чтобы вы видели. И делайте тоже сами. Это все работает. Это, представляете, 4650. Но тоже с неба не падает.
Вот, я заказала на эти деньги вот такой вот безмен. Он мне показался, он такой солидный. Даже, смотрите, с этими, с батарейками. Я вот тут проверять не буду. Смотрите, солидный прям такой. Такой рысь. Ну, ладно, я... Подождите, паузу сделаю. Ну, вот я поставила батарейки. Интересно, батарейки обычно не кладут. Ну, вот видите. Что-нибудь такое положить. Вот. Ну, в общем, здесь 40 грамм. Ну и так далее, да? Хорошая штучка. Мне понравилась. Обнулила. Но это, конечно, не главное, то, что я заказала. Вот я заказала, что называется выжигатель рогов. Зачем я его заказала? Ну, знаете, какая история была? Тут, наверное, вот все написано, как делать. Да, обезроживание. Самая трудная и страшная работа, которая предстоит владельцу козьей фермы. Ну, не знаю, конечно, это страшно, действительно, но, не знаю, мне кажется, что я попробую. Потому что теперь у меня две козы будут козиться. И, представляете, бегать, как я бегала, например, вот даже с Васей ездила, бог знает куда. И мне сказала девушка одна, тут недалеко в Жеребцово, она говорит, если бы у тебя был выжигатель, я бы приехала и сделала. Тут две насадки разного диаметра. Видите, вот один диаметр и другой побольше диаметр. Страшная штука, конечно, да, она страшная. Она страшная и тяжелая. Она стоит 4000 рублей. Еще там был один, ну, такой, ну, я так поняла, за пересылку, наверное, эти деньги взяли. Там была такая, ну, рамка для лампочки. Нету. Наверное, за пересылку эти деньги посчитали. Ничего страшного. В общем, вот такая штука электрическая. Вот. Нагревается. Потом вот на это место ставится гадюшка у козы. И вот так вот она прижигается. Это страшная вещь. Действительно, я согласна. Но буду пробовать. Может, даже я... Не знаю, если все получится хорошо, можно даже и зарабатывать, потому что, ну, это дело такое. Вот одного шпунтика нету, видите. Ну, это где-то раскрутился, найти можно, это ерунда. Вот такая вот штуковина у нас. У меня, видите, написано «Ферма 55». Коробочка китайская. Видите, они, наверное, выжигают сами. Вот такая вот история. Вот такая страшная штука. Страшная. Сегодня 21 января 22 года. Я заложу сегодня немножечко яиц. Яйца это от курочки Марана и петуха Амерукана. Сейчас я яйца вам поподробнее покажу, расскажу немножко про этот инкубатор. Он только еще греется, 37,8. А, ну как раз все, он уже нагрелся. Этот инкубатор мне присылали на обзор давно, года 3 или 4 назад. Я в нем пару раз выводила, выводится. Но мне немножечко не нравится, что он совсем пластиковый. Он, если вдруг, во-первых, он не подключен к аккумулятору. Если вдруг отключат, но у меня есть еще один птичий двор, я быстренько прыгну туда и включу в другой. Просто этот хочу испытать. У него что? Он мне пришел на обзор сразу с дыркой. Вот здесь вот. Видите, заклеено пенопластом, есть дырка в поддоне. Это первое. Второе. По-моему, у него не работает переворот. Вот смотрите, видите эти чашечки? Я буду наблюдать, если они не работают, тогда буду переворачивать вручную. Что еще про него сказать? Ну, они выводились у меня уже. Это я в ванной. В ванной сейчас можно показывать, нельзя, посмотрю, покажу. Ну, можно.
Белье мы сушим на улице, просто это уже так досушивается. Здесь вот у нас решили мы плитку не делать, просто такая штукатурочка. Ой, блин, вообще не готовилась как-нибудь. А что обзор? Такую полочку Вадим сам сделал. Полочка мне очень нравится. Ну, это мои средства, Амвей и Тинториум. Ладно, не будем на этом застрять внимание. Как-нибудь ванную доделаем. Видите, потолка-то нету. Что тут ее показывать? Ну, а плитки здесь не будет. Здесь будет штукатурка. Просто вот такая останется. Решила сделать простенько. Недорого. Ну, вот. Здесь вот такая плитка у нас на полу. Отсюда выселила кота. Лоток кота. Другое место положила. Надеюсь, найдет. Будет в ванной. Первый раз я в ванной ставлю, но здесь тепло, поэтому надеюсь, что, несмотря на то, что здесь инкубатор такой пластиковый, будет не холодно. Вот смотрите, у меня сколько, совсем немножко яиц. Почему я решила сегодня их копить не буду, потому что, смотрите, одно яйцо 8 число, сегодня 21, ему уже 2 недели. И вот выведется или нет, не знаю. Потом, что еще у меня тут есть? Какой косяк? Одно яйцо было замерзшее, я его нашла, не знаю. Одно, во-первых, замерзшее лопнуло, она как-то так странно снеслась, не в то место. Сейчас покажу вам, где какой-то вопросик у меня стоял. Вопросик стоял. Интересно. А вот вопросик, смотрите, 13 числа я его забрала, померила температуру, на яйце было плюс 1. Ну, скорее всего, оно не выведется. Скорее всего, оно, пока я несла в кармане, его оно согрелось немножечко. Поэтому одно однажды я нашла, оно вообще я растаяло и треснуло, лопнуло. Вот за 2 недели получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Через день оно у меня несется. Одно яйцо лопнуло. Ну, вот так. Сегодняшнее есть где-то 21 число. Тоже есть яйцо. Вот 21 последнее. Так что вот такая маран, которая, я надеюсь, кто-нибудь выведется и будет нести зеленые яйца. Посмотрим. Потому что курица маран, петух, амерукана. Я уже их погрела вот здесь. Вот погрела с лимонкой. Вот лимонка. Продезинфицировала и погрела немножечко. Все, пойду закладывать. И запишу обязательно. Ну все, пока открывала, видите, температура упала. Что здесь нужно? Сразу я открываю вентиляцию, хотя этой вентиляции мало. Вот здесь еще есть дырочка вентиляционная, но она вот немножечко тут у нас чуть-чуть не очень-то. Ну, будем смотреть, следить. Влажность здесь, к сожалению, не показывает ничего. Просто нужно следить, чтобы была вода в поддоне. Вот и все. Ну все, пойду запишу. Видите, у меня тут небольшой планчик. Это у меня на вторник Барковские заказали. Так, на следующий вторник, 21 января, 7 штук. Из которых 2, вот минус 2, даже так под вопросом напишу. Ну, а про плод я вообще не знаю, честно говоря. Маран. Плюс амерукан. Если снесет еще, она у меня, может быть, парочку доложу попозже. Ничего страшного. Примерно в одно время выведутся. И сегодня я думаю... Сейчас пойду, наверное, уже вечер. Поздно, темно будет. Я, наверное, посажу их вместе с маранами. Хотя, видите, мараны те не несутся, это несется. Вот не знаю, что делать. Может, вообще приучать их, пусть все вместе сидят. Сейчас подумаю. Я остановилась вот на такой температуре, потому что я измеряла 2 ртутными термометрами внутри. Я на этом инкубаторе очень давно не выводила яйца, поэтому как-то опасаюсь. Ну ничего, яйцо мое пробное. Если не получится, снова заложу. Лотки поворачиваются, я за ними следила. Часто довольно-таки, раз в 1,5 часа, по-моему, поворачивается. Так, ну вот такая будет температура. Я еще найду, у меня где-то есть китайская штука, которая, ну, выносной такой термометр. Я его положу, потому что здесь датчика влажности тоже нету. Здесь нужно, чтобы просто была все время вода. Из коробки я его убрала, потому что он стал перегреваться.
Ну и вот так вот, лишь бы только свет не выключили. Все остальное, я думаю, стерпит. Лёлик, сюда лазить нельзя, а? Потягусь-ка ли ты, Нася? Потягусь-ка, Нася. Ну все, лежат у меня там всего. Или 7, уже не помню. Ну ладно, кому понравилось мое сегодняшнее видео небольшое, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите добрые комментарии и заходите почаще в гости. Пока-пока.